Подходит к завершению очередная региональная неделя. Во время нее депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации работают в округах, в которых они были избраны. В Ульяновской области участие в ней принимают и народные избранники регионального и муниципального уровня. Вчера с парламентариями встретился губернатор Сергей Морозов. Совещание прошло в создаваемой портовой особой экономической зоне не случайно. Депутаты воочию могли убедиться, как идет социально-экономическое развитие региона. Второй важной темой встречи стало выполнение наказов избирателей. Нам удалось достаточно активно выстроить новую форму сотрудничества с «Регионгазом» и «Газпромом» в целом большим. И мы приступили к реализации следующего этапа газификации Ульяновской области. Увеличение финансирования направлено на развитие городской инфраструктуры Димитровграда. Решение проблемы с водоснабжением Сенгилеи. Приведение в порядок рабочего поселка Муловка. Власть обращает внимание на эти пункты, выполняя наказы избирателей. Депутаты и сенаторы считают формат работы региональной недели очень перспективным. Я считаю, что это очень важная и полезная форма работы, взаимодействия региональной власти с властью федеральной. Если говорить о полезности и важности, то я хочу сказать, что это действительно так. И то, что Сергей Иванович, это его инициатива, и то, что мы уже третий раз собираемся, да, обсуждаем актуальные проблемы. Вместе с депутатами от партии «Единая Россия» в региональной неделе приняли участие представители других фракций. Считаю, что такого рода совещания, когда обсуждаются в первую очередь внутренние проблемы региона, которые в текущий момент есть, предстоящие планы на ближайший период и на среднесрочную перспективу, в том числе, в тренде послания президента страны, они очень полезны для всех сторон и очень нужны, вот, опять же, как для участников, так и для жителей. Региональная неделя – новый формат взаимодействия, и поэтому она продолжает свое видоизменение. Например, со следующего раза депутаты будут отчитываться о проделанной работе, полученной на встречах письмах от избирателей. Все, естественно, делается для того, чтобы решать проблемы можно было качественно и быстро. Егор Титов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.